Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу обратить внимание на популярные тренды Ютуба. Причем некоторые тренды являются полностью ёбнутыми и ненормальными. Каждый раз убеждаюсь в том, что у людей нет своего мнения и своих идей. Блогеры, как только видят популярный тренд на Ютубе, сразу же хватаются за него, чтобы собрать больше хайпа на своих каналах. Но вы даже не понимаете, что делая хайп вокруг определенной темы, вы ее тупо делаете популярней, что в некоторых случаях это может закончиться весьма плачевно. За примером далеко ходить не надо. Возьмем тему с синим китом. Наверное, каждый обсосал до костей эту ненормальную игру. Зачем играть в эту нахуй отшибленную напрочь игру, от которой зависит твоя жизнь? Неужели жить настолько дерьмово, что надо кончать жизнь самоубийством? Я так не думаю. В жизни есть море увлечений и занятий, которые не заставят тебя скучать и входить в бессмысленную депрессию. Ты сидишь дома за компом, общаешься в соцсетях, играешь в онлайн-игры, и тебе ничего в жизни не надо. Это очень неправильно. Если ты сам не приложишь силы к нужной тебе цели, то цель никак тебе сама не придет, и ты будешь дальше прогнивать за своим компьютером и постепенно деградируешь в овощ. Цели нужно именно добиваться, приложить все свои силы для достижения, и тогда будет тебе счастье. Молодежь начинает играть в синего кита, даже не осознавая, что будет дальше. Они думают, что смогут остановиться и выйти из игры, но не тут-то было. Вам якобы ебучий куратор, который раздает задания, промоет так мозги, что у вас появится паранойя, и вы будете бояться даже выйти из дома. А когда вам дадут последнее задание, оно будет именно плачевным, потому что заданием будет покончить жизнь самоубийством. Запомните, ни в коем случае не играйте в эту игру, не гонитесь за трендами, не смотрите на других, имейте свою голову на плечах и оставайтесь разумным человеком. А этих долбоебов-кураторов рано или поздно поймают, и они будут сидеть за решеткой и курировать уже по другой тематике. Следующим трендом у меня идет 24 часа челлендж. Он может быть разным. 24 часа в закрытом супермаркете, 24 часа на кладбище, 24 часа в закрытом гробу и так далее. Но знайте, что все эти челленджи являются чистой постановкой, и повторять их точно не стоит. Обычно блогеры заранее договариваются, например, с директором магазина, что они проведут там всю ночь, и у них там своя договоренность. Берут камеры и вперед собирать хайп. Школьники считают, что это все правда, и тоже начинают повторять за блогерами и идут на риски. Ладно, еще ночь в магазине, поругают и отпустят, но есть куда более опасные челленджи, которых стоит избегать. 24 часа в посылке, например, там тебя упаковывают в большую коробку и отправляют в другой город. Ты должен пробыть в одном положении очень много часов, и я больше чем уверен, что это все фейк и наебалово ради большего количества просмотров. Ночь в закрытом гробу. Это тоже, ребята, наебалово, и не ведитесь на эту дичь. Никогда не подвергайте свою единственную жизнь к опасности. Все подобные видео сняты исключительно ради пиара и не несут за собой здравого смысла. Руферы и различного рода сталки тоже очень популярный тренд на Ютубе. Это те ребята, которым нужен адреналин, и ради этого они могут пойти на все что угодно, чтобы испытать себя в экстремальных условиях. Не стоит подобаться им, потому что они любимым делом занимаются очень много лет, и у них уже выработался профессионализм. Очень много было печальных случаев, когда руферы срывались с различных высоких объектов. Даже если ты уверен в себе на 100%, не надо забывать о самосохранении, ведь ситуаций может быть огромное количество. Можно подскользнуться, не удержаться, порыв ветра может запросто снести вас на землю. Разве игра стоит свеч? Я думаю, нет. Подумайте о родных и близких. Сталки тоже очень опасны, ведь некоторые заброшки имеют очень хрупкую конструкцию и в любой момент могут обвалиться. К тому же вы можете наткнуться на какого-нибудь маньяка, который, увидев вас, точно не обрадуется. Эти все популярные тренды очень опасны и никакой пользы не несут, а только подталкивают школьников на глупые поступки.
Если ты не дурачок, а адекватный, нормальный человек, ты не будешь делать то, чего не умеешь или делаешь это плохо. Вы можете смотреть видео, восхищаться людьми, получать кайф от просмотра, но не вздумайте это все повторять, потому что жизнь одна, и никто тебе вторую не даст. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. С вами был Малахит. Удачи вам, хорошего настроения. Не делайте глупостей. Пока!